Итак, мы продолжаем, пожалуй. Знаете, в чем разница между этой игрой и той, которая, в общем-то, онлайновая? И в чем недостаток этой игры по сравнению с онлайновой версией? Так вот, недостаток в том, что онлайновая, она как бы работа, хобби, все это работает в офлайне. То есть, когда ты не находишься на сайте, все равно там работа происходит, там девушки типа качаются, хобби качаются и так далее. А вот в стимовской версии, то есть ты закрываешь игру и, скорее всего, пока ты ее заново не откроешь, у тебя ничего не прокачается. То есть ее нужно как-то или в фоновом режиме держать и так далее. Значит, смотрим-ка. Продвинутость до 8. А я тут качаю учтивость почему-то. Медленно, зараза. Значит, свидание. Ну, здесь вот есть, в принципе, все, но я не хочу из френдзоны у нее выходить. Чуткость вот есть. Мудрость ждем. В принципе, мы ждем мудрость до 8. Хочу с вот этой тянкой подружиться. Так. Ну, давайте, что ли, еще вот эту прокачаем. Поговорить. Продвинутого, застенчивого хочет встретить. Это она... Помним мы. Может быть, что-нибудь новое скажет. Уже тоже слышали. $764,000. О, кстати. От того, что мы добавляем тут сердечек, у нас больше времени появляется. То есть это довольно полезная штука. Видите, уже даже так долго, представьте, даже с кликером, а как без кликеров. Смешок не надо, я описаюсь от смеха. Быстро назови 5 любимых игр, прошу, не говори Happy Bird. Так, здесь что? Учтивость до 6. Где-то она была нужна. Вот здесь. Ой, привет, прости, я до сих пор не в себе после твоей загадки. Ты тоже в полном смятении, как и я? Ты тоже? Да уж, та еще загадка. Но я чувствую себя гораздо лучше, потому что я теперь не одна. Меня зовут Элли, приятно познакомиться. Еще один бриллиант. У нас 10 бриллиантов, круто. Кто я? Кто есть кто? Почему все так? Звонит ли телефон? Если да, то куда? О, господи, что с тобой творится? Да, куда он звонит? Я не понял вообще. Я нифига не понял. Официант спросил, хочу ли я мак с сыром, но разве безопасно есть за компьютером? Так, работа в уборке. Нужна нам работа в уборке. То есть мы вот это убираем и вот сюда ставим. И теперь у нас будет с кошечкой. Быть бездомной неплохо. Но у меня работа в уборке вот появилась. Но она типа медленная, может поэтому. Дворник. Прям таки моя работа. Значит, мудрость, она у нас вообще качается? Качается, минута осталась. Во, уборка засчиталась, то есть нужно, чтобы одна полоса дошла до максимума. Минута-то осталась, теперь что здесь мы можем? Юмор. Юмор, это сложно. Мне нравятся спасатели, они сильные и самоотверженные. Я обожаю наблюдать за тем, как они бегут в замедленной съемке. Знаю такие вещи. А что-нибудь другое ты не можешь сказать, пожалуйста?
Так, сдавайте-ка еще. Блин, ну а одно и то же это не круто. Давайте тогда тебя прокачаем. Тянку. Хи-хи-хи, дурашка-мурашка, прекрати. А ей все еще нравится спасатель и считает она нас занозой. Так, 5, 4, 3, 2, 1. И есть. Кошка-девочка, давай. А для человека ты довольно ничего. О, котику мы тоже понравились. Рядом с тобой как-то даже лучше. Хочешь быть моим как бы другом? Что? Здесь френд-зона, везде френд-зона. Отлично. Тогда нам стоит больше гулять как бы вместе. Это будет как бы весело. Да, у нас уже здесь бриллиантов, а я их даже не трачу, слушайте. А их нужно куда-то тратить. Сегодня я ловила мышь, но когда я ее поймала, она начала угрожать мне повесткой в суд. У нее был очень убедительный косплей. Да. Корзинка фруктов, атлетизм, уборка. Не надо волноваться, я сама виновата. Так, это уже мы знаем. Значит, а что с этими товарищами? Вот скоро, кстати, вуаля, я превращаюсь в участницу водевиля, вульгарную тщеславную мечту вуэриста. Понятно. Есть растение мать и мачеха, но почему нет отец и отчим? Надеюсь, это исправят. Да, философский вопрос, не спорю. Я тоже люблю такие вопросы. Так, ну мудрость у нас 8. Наверное, нужно юмор прокачивать. Куда еще? А, крутость. Могу ли я крутость или учтивость прокачать? Крутость, где она вообще? Она вот здесь, то есть ее нужно еще открыть. А учтивость качается, в принципе. Юмор аж до 8. Здесь до 8 продвинутость. До 10 атлетизм. Чуткость до 7. Где чуткость? Ну, сейчас пусть юмор докачается уже. А училась до скольки вообще нужно? Значит, чуткость до 7, да? Давай, 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 давай. Блин, я прервусь тогда и включу, когда будет то, что нам нужно. Итак, мы даже больше чего-то получили, что довольно интересно. Удивительно, как это у меня еще здесь мобильник не появился, с которым можно там разговаривать и так далее, как в онлайн-версии. Ну, правда, там же ж по-английски все написано. Значит, здесь, с этой мы, в принципе, уже сейчас можем замутить. То есть, я не помню, прогулка под луной, она сколько стоит? 1000 всего лишь. Но и требует вот этих вот штук всех. Значит, здесь чуткость у нас появилась. Ну, бариста в ресторане работать. Бариста, бариста, бариста. Так, фастфуд. Ага, официант. Даже не знаю. Вот сюда давайте. Спасателем мы тут мутим. Ну, в принципе, я не знаю. Тут у нас что-то мутится. Крем для рук давайте подарим. Мне она нравится, в принципе, эта девушка. Это даже не ограниченное издание, это стоило тебе денег, плохой ход. Крем для рук, у него есть ограниченное издание. Кстати, тут меня смущают вот эти вот сетянки. Видите, тут, допустим, таинственность это еще ладно.
Но тут монстр бандовые какие-то всякие, вот LTE. То есть это нужно покупать, да? Наборы. Не, ну это мне не нравится. Может, есть пиратка? Значит, вот LTE, вот это, я так понял, вот что за LTE? Где мне его взять? Надо насчет этого погуглить. Осталось дождаться, пока она тут прокачается. Даже не знаю, официант, когда ты прокачаешься. Но я не хочу его качать. Вот здесь где-то вроде бы в магазине пропуск рестарта. Prestige without reset. The pending boost will stay the same, so you can keep playing right where. Вот, видите, то есть можно будет за 30 сделать. С одной стороны, но с другой стороны. Вот можно блоки времени покупать. Ну, 10 блоков там. Ускорение. Вот это круто. Но 40, блин. 40. Понимаете? Ваши покупки осуществляются через стороннего платежного провайдера. Печаль, беда, печаль, беда. Так, когда мы баристой станем? Ой, тут еще много. Даже не знаю, как это сделать. Ну тут вот учтивость появилась. Смотрим. 5, здесь уборка, главный подметальщик, замечательно. Юмор до 8. Может тут сделать так, 5 минут. Значит, продвинутость. Вот это довольно легко, продвинутость до 8. Так. Ну, правда, тут далеко еще до нее. Но потому что, типа, а чё, юмор и продвинутость. Но учтивость мне нужна для открытия новых тянок. Это тоже круто. Не хочу рестарта, если честно. Ускорение, вот. Пропуск времени, отстой. Вот это крутая штука. 40 бы накопить. Ускорение всех шкал прогресса. Блоки времени отстой. Вот это вот круто, в принципе. Я даже не знаю, что лучше. Наверное, пропуск рестарта круче. Но он одноразовый, понимаете? То есть мы потратим. Ну а потом мы... Ну, слушайте, это не так уж и круто. Дело в том, что мы, получится, не сможем заново получить эти бриллианты. Да, ну здесь вот видите, сколько всяких бандов. Ну, серьезно. А, этих вот можно за бриллианты покупать. Во. То есть бриллианты я буду копить вот только на вот этих чувих. Все, я решил. Смотрите, какие. Time Lord. Beat you full potential with this time traveling super bundle. А, то есть можно ускорить здесь, можно тайм-блоки получить и 8x мультиплеер. А может быть я могу просто при помощи арт-мани все это зачитывать. Как бы тут я не знаю, насколько
это защищено все. Но я не знаю. Join Team Savier. Ну, хочу девочек этих потом покупать. Так, так, так. Так, так, так. Тут что-нибудь... О! У меня что-то, может быть, появилось уже. Ни юмора, ни продвинутости, да? Чуткость до 7. Бариста не прокачался. Так, работу нужно убрать. Ну, спасателем не надо нам работать. И мы сюда добавляем... А я не помню, что мы добавляем. Где-то здесь продвинутость и юмор. Продвинутость здесь у нас, кстати, она не написана. Юмор нужно поставить. Пусть юмор качается. Ну, и я вернусь, когда оно прокачается. Итак, вроде бы у нас продвинутость прокачалась. Да, хорошая работа. Из меня не слишком хороший недруг. Впрочем, если это значит, что меня надо связать и наказать, то я готова попробовать. Я ж надеюсь, все работает. Так. Думаю, мы сможем договориться, детка. Держи друзей близко, а недругов еще ближе. И занимайся с ними сексом. Ох, нифига ж себе. Пузыри и птицы, ох, меня застали вне образа. Какая-то она слишком похотливая, странная. Еще и с компьютера вылезла. Мотивация 9. Давай узнаем друг друга получше. У нас много общих интересов, таких как Мио, Фуми, Бонни Бель, Айра. Слушай, другие девушки, что ли? Она еще и лесбиянка. Очень-очень интересная девушка. Я считаю, что самая эротичная часть девушки — сиськи. Ну, не самый оригинальный ответ, если честно. Я ожидал от тебя чего-то более извращенного. Давай сыграем в правда или действие. Я начну. Запусти сокрушительное влечение в библиотеке на максимальной громкости. Давай не ссы в трусы. Что? Давай узнаем друг друга получше. У нас так, это мы помним. О, спасатель уже у нас есть. О, еще и эту давайте прокачали. Я вижу тебя все чаще и чаще. Я надеюсь, что ты не вампир или еще кто. Ты точно человек? Ладно, это хорошо. Не хочу превратиться в Франкенштейна или типа того. Звучит ужасно. Еще бриллиант. Блин! Ну ладно. Зевок. О боже, из-за твоих странных слов мне хочется спать. Или моя нарколепсия разыгралась. В общем, я сейчас вернусь. Тут, смотрите, еще и мобильник тут появился, о котором я говорил. Итак, продолжаем. Что там, не ссы в трусы, она говорила. А здесь до сих пор в баристу мы не превратились. Ну что ж, попробуем во френд-зону куда-то залезть. Тут у нас хорошенько все, конечно, качается. Учтивость, учтивость. Насколько она крутая и зачем она нам нужна вообще. Здесь атлетизм, здесь чуткость. А, учтивость нужна десяточка для вот этой вот девки. Мотивация 9. Слушайте, мотивация, чуткость, атлетизм. Чуткость 10, атлетизм, мотивация 9. Так, мотивация, мотивация. Ой. Так, 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 нет. Ну, юмор не помню.
И атлетизм десятка нужна. Теперь всего нужно понемногу. А может быть мы что-нибудь такое замутим? Чуткость тоже вроде ж нужна кому-то. Вот этой нужна чуткость, кстати. Кстати. А чуткость у нас поближе, чем все остальное. Давайте ее и качать. Дай 5, 2 достижения осталось до открытия нового блока. А, за достижения мы открываем эти блоки. Прикольно. Пионат. Это, я так понял, орех, да. Эй, мне нужна помощь, не мог бы ты скинуть мне сегодняшние конспекты по физике? С меня кексики. Новый телефон, кто это? Это будет не просто с моими конспектами, есть реальная проблема, их не существует. Неправильный номер? Вот это давайте ответим. И тут, смотрите, идет, и дальше будет... Кстати, можно потратить бриллиант, чтобы мгновенно это произошло. Ха-ха, да, забавно, это та часть, где ты притворяешься, что не помнишь меня, чтобы я начала паниковать. Подожди секундочку, фоточка должна освежить твою память. Нифига себе, девка просто фотку мгновенно нам присылает. Ну, то есть, обычно просят очень сильно подтверждение, что ты, типа, действительно девушка. А тут она сама шлет. Вот видишь, тут лишь одинокая я в читальном зале, готовая к учебе, да. Полна надежд на записи. Вау, ты охренительно прекрасный. Теперь я бы хотел действительно оказаться в твоей группе. Могу я записаться? Физика сложная. Извини, но ты ошиблась с номером, и я рад. Ты самое милое, что я видел за сегодняшний день. Да, вот второе давайте ответим. Ну чё ж, есть вы зачем скоротать время? Что ты, серьезно, я ошиблась с номером? Жестоко. Никогда не ожидаешь, что это случится именно с тобой. Ты кажешься хорошим человеком. Попытайся не показаться сумасшедшим. Так, хорошим человеком что-то. И тут, кстати, видите, 3 из 11 сообщений. Может быть, они записали неверно. Может быть, номер отличается на одну цифру. Просто пробуй все номера подряд, пока не найдешь нужный. Не очень хорошая идея. Слушай, если парень дал свой номер, наверное, то он, возможно, так себе в физике. А возможно, просто красиво отмахнулся. Типа, да, со мной давай мути, а не с ним. Так. Ахаха, ладно, ошибившись номером, я хотя бы попала на кого-то забавного и очаровательного на том конце. Проклятие, мне реально нужны эти конспекты. Я еще оттягаю за волосы мистера левый номер на следующем занятии. Это будет ему уроком. Не делай этого, насилия не выход. Ты не сможешь решить все проблемы в жизни одной лишь резинкой. Это просто невозможно. Одной резинкой? Интересная идея. Ну, да. Второй вариант. Блин, я что-то увлекся. Я тут там уже пооткрывал всего. Хи-хи. Ну, только не с таким отношением. О, дальше 29 минут будет до следующего сообщения. Спасибо, я теперь чувствую себя лучше. Я полагаю, ты спас меня от ночи успокоения своих нервов кексиками из пекарни моей кузины. Круто. Мы теперь еще больше о ней знаем. Так, работа новая открылась. Зоопарк. Странно очень.
чего она вообще скатертник в ресторане? Блин, до бариста или кого там нам надо? Еще очень далеко. Так, мотивация. Девятка нужна. Чуткость десятка. Да. Очень это нехорошо. Ну, ветеринара нам не требуется. Здесь у нас что? Учтивость до десятки скоро будет. А учтивость десятка, это будет значить, что мы здесь откроем новую тянку. Давай быстрее. Все, вроде бы десятка. Эй, а где? Вот, у нас десятка. Я не понял. Чего-то еще нужно? А, нужно, наверное, по очереди. Крутость шестерка. А крутости у нас вообще нет. И что мне для этого нужно? Мотивация девятка. Ну, тогда что там еще? Юмор надо было прокачивать. Давайте юмор поставим. Или вообще работу какую-то. Так. Давайте-ка включим наш традиционный накачиватель тянок. Мир без женщин будет подобен боли в заднице. Хи-хи. Да, хорошая шутка. Не спорю. Будь нежнее. Извращенка, так тебе и надо. Блин, до мотивации, конечно, нам далеко еще. А, мы можем спасателя поставить. Пусть хоть так будет. Может быть, все-таки потратить наши бриллианты куда-нибудь? Я уже думаю. Но я думаю, вот что-то новое мы здесь откроем, какую-то из этих навыков, и тогда я его потрачу. Дело в том, что я хочу себе начитерить кучу этих алмазов при помощи кое-чего. Но... А почему не читерить? Вот скажите, почему не читерить? Кликеры использую. Буду использовать артмани. Дальше еще чего-нибудь. Любовь — это читерство. Вообще, само по себе. Так, 10 тысяч нужно аж. Атлетизм. Еще очень далеко до него. Чуткость тоже десятка, по-моему, нужна. Это просто жесть. Сколько она будет качаться, я даже не знаю. Может, роз понадарить ей? А крутость я никак не открою. В этом вся проблема. Как... Короче, все, я иду к Кэсси. У меня нет выбора. Иду к Кэсси, крем для рук дарю. Нам не оставляют выбора. Я думал, это будет что-то прикольное. Эй, это довольно мило, удивительно. А у нас получается или ждать кучу, или с Кэсси мутить. Нам просто не оставляют выбора. Свидание. Под луной. Так. Давайте-ка мы. Хобби какое-то нужно отключить. Ну, вот этот атлетизм. Он вроде бы нам не сильно нужен. Для свидания нам нужно 3 свободных этих. Вот, мы с ней свидаемся. Чё-то, блин, одна картинка. Ну, что это за бред?
Тут, кстати, это не 18+ режим, а 18+ режим, он вроде бы платный. Никакого повторения. Я жадный. Ну что я могу сказать? Мне нравится смотреть на Луну. У меня от нее бабочки в животе и все такое. Да, ты смешная. Значит, возвращаем сюда атлетизм наш. Так, и, конечно же, кликер. Как-то я и забыл новые эти включать. Музыки. А ты ничего так, даже с учетом хамства. Ты начинаешь мне нравиться. А что насчет тебя? Отлично, в смысле хорошо, рада слышать это. Отлично, бриллиант. Может, я их сейчас смогу начитерить и избавиться от всех этих проблем. Ну, я думаю, в Стиме есть какая-то защита от читерства с бриллиантами. Или нет, как вы думаете? Напишите в комментариях. Ну, а на этом мы, пожалуй, закончим данную серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.